Напомним, Валерия Яковлева – это девочка, которая с первых дней своей жизни страдает детским церебральным параличом. Также недавно врачи обнаружили у нее эпилепсию, которая мешает лечить основное заболевание. Как выяснилось позже, избавиться от эпилепсии маленькой Лере могут помочь только немецкие врачи. Однако у семьи Яковлевых не было средств на дорогостоящую поездку в германскую клинику. Тогда на помощь Лере пришли волонтеры нефтекамского филиала Башкирского госуниверситета. На протяжении 2 месяцев они помогали семье Яковлевых собирать деньги на поездку в Германию. Устраивали различные благотворительные концерты, помогли в установке специальных банок-копилок в торговых точках города. В результате всего этого удалось собрать 161 тысячу рублей. Все они будут направлены на поездку Леры за границу.